Тверской области. 1 сентября школы Верхневолжья распахнули свои двери для почти 140 тысяч детей. Учеников средней школы номер 29 города Твери в День знаний напутствовал губернатор Игорь Руденя. Частью большой дружной семьи этого образовательного учреждения стали 110 первоклассников. Новые предметы, знания новые. Новоиспеченная пятиклассница Даша делится ожиданиями от предстоящего учебного года. Для семьи Додоновых нынешнее 1 сентября стало по-настоящему особенным. Денис и Мария привели на линейку в среднюю школу номер 29 сразу двух детей. Младшая Полина идет во второй класс, старшая Даша перешла в среднюю школу. Учатся дочки, рассказывает их мама, с большой охотой, а с возникающими трудностями семья справляется вместе. Мы стараемся, конечно, чтобы они больше самостоятельности проявляли, но в любом случае, если у них что-то не получается, мы прикладываем тоже какие-то свои дополнительные усилия, потому что просто так пускать ребенка на самотек тоже, наверное, не есть хорошо. Вместе с Дашей и Полиной постигать азы наук в средней школе номер 29 1 сентября начали еще около 1000 учеников. Среди них 110 первоклассников. Как рассказывает директор учебного заведения Ольга Нестерова, в учреждении созданы все необходимые условия для получения знаний. Есть лингофонный кабинет для изучения иностранного языка, цифровая лаборатория по биологии и химии, столярная и слесарная мастерские, музей, два спортивных зала, спортивная площадка, бассейн, кабинет логопедической и психологической службы. Ремонтные работы проведены в спортивной раздевалке. Мы наконец-то завершили ремонт нашего спортивного блока. Это спортивный зал и две раздевалки. Отремонтирован один из кабинетов информатики. Косметический ремонт во всех туалетных комнатах проведен, в коридорах. На торжественной линейке, посвященной началу нового учебного года, учеников средней школы номер 29 напутствовал губернатор Игорь Руденя. Дорогие дети, сегодня у вас очень ответственный момент. Сегодня у вас очень радостный день. И мы хотим вам пожелать, чтобы сегодняшний день вам запомнился на всю вашу длинную и счастливую жизнь. Рядом с вами стоят практические выпускники. Это ученики 11 класса. Школы, в которой вы будете учиться, в которой вы будете дружить, в которой вы будете получать новые знания, приобретать новых друзей. В общей сложности 1 сентября в Тверской области первый школьный звонок прозвенел для 14 482 первоклассников. Всего школы Верхневолжья распахнули свои двери для 139 777 детей.